Привет, друзья! Сегодня у меня рецепт нежного и мягкого десерта панакотты. Для приготовления я взяла листовой желатин, но вы можете взять и порошковый. Заливаем его холодной водой и оставляем на 4 минуты. Тем временем в сотейнике соединяем жирные сливки, молоко и сахар. Ставим на средний огонь и доводим до кипения. Снимаем с плиты и добавляем отжатый желатин. Если используете порошковый, то просто добавьте его весь. Аккуратно размешиваем венчиком, разливаем по формочкам, креманкам и даем слегка остыть. Затем убираем в холодильник часов на 5. Подаем панакотту с ягодами. У меня это клубничный соус. По желанию украшаем мятой. Всем желаю приятного аппетита, отличного настроения и спасибо вам, что доверяете и готовите по моим рецептам. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео.